Шорты, бриджи, категория крем, Англия, размер XL, вот, то, что нужно на лето, да? Состояние отличное, без видимого износа и размер большой. Следующие шорты у нас 36 размера, тоже достаточно большие. Так, XL, вот тоже XL-ка. L-ка. Вообще классно, пока. Не знаю дальше, что будет. 28 размера, маленькие, но новые шорты, джинсовые. 32-й, то есть средний получается размер. М-ка. Позиция называется Men Shorts Cream, это Англия. Весит 9 килограмм данный лот. 34-й здесь указан размер. Так, и здесь написано 3XL, но больше похоже на М-ку, S-ку. Что-то среднее между ними. S-ка. Новая с этикеткой. Правда, размер маленький. Это вообще XS. Яркие. L-ка. Так, здесь у нас размер S, 30-го размера шорты, следующая L-ка, кстати, вот больших и средних, по-моему, больше, чем маленьких, 29-й размер на карту. Так, следующий у нас, ну, XL написано, ну, ML, что-то среднее между ними, мне кажется, если я не ошибаюсь, субъективное мое мнение. Так, здесь марка Next и размер, что-то пока не вижу. Ну ладно. Так, примерно 50 или 52. М-ка. 46-48, скорее всего, 48 размера шорты. Джинсов, кстати, не так много. Иногда бывает больше. Л-ка. 36 размера шорты. Новые, да, кстати. С-ка. Маленькие. Так, здесь у нас размер указан 31-й. Средний размер, да, примерно. Это L-ка. Тоже, по-моему, новая. Но состояние отличное. Вот очень много таких легких шорт. Это подростковые, 164 сантиметра здесь указан рост. XL. Новые шорты большого размера с этикеткой. Так, 38-й. Вот они, огромные. Самые большие пока из этого лота. XL. Здесь размер. Это, по-моему, S-ка. Честно говоря, они такие уж они и большие. Так, вот тоже теплые с начесом. У нас как-то они были такие уже. XL. Так, 34-й размер. Здесь у нас марка TU. М-ка в среднем размере. То есть где-то 48-го российского размера. М-ка. Ну, весь размер, наверное, с вами собрали. Это вот последняя шорт из этого мешка среднего размера. Они М-ка. И на этом все.